подобного плана. Стоит на одной ноге. Как бы он сильно не бил, даже если он прыгать будет, он не удержит удар в одном направлении. Сейчас я показал соток. Дедан Малайс, Леш, давай медленно. Бьет. Одной. Вкручивает. Что этой рукой я хватал. И как-то червышка. Такое сгашение. И плюс еще на Малайсе переход. Можно делать и тейша. И плюс еще дедан Малайсе. С опущенной руки, да, я вот, если бы я так сказал, я бы так подбивал. У меня руки здесь. Момент поворота. Я ношу удар в пах. Дальше идет движение. Я или захватываю за пах после удара. Иду. С отхватом, с тем же самым. Или бросок рывком за две ноги и ударом. Я вывожу. А если я оказываюсь в таком положении, то вот я под ножкой колено. Она же и убивает. Вытягивается. Если я делаю кочерыжку, то я могу быстро переходить на какие-то другие захваты. Вот вы все это попробуйте, почувствуйте, как не плечом, а головой двигаете в пах или в живот. Вот, я поворачиваться должен на удар всегда, не от удара, Дима. Ошибка, я не поворачиваюсь. На противника всегда. И жестче. Я делаю целиком движение все всегда, потому что неизвестно, на какой стадии проходит его колено, я его сцеплю. Понимаете? Нельзя никогда целиться на ту точку, которую вас бьют. Потому что это может чревато закончиться. Может отскочить рука, может не заценить противника. На улице выйдет против человека и не знает, чем он занимался. Боксом у него или просто там Тамбовской губернии, понимаете, чемодан. А работать надо от ситуации всегда. Чем больше безопасности, чем больше площадь не перекрываете, тем лучше. Я сбиваю уже вовнутрь. На высокий я опускаюсь на колено. Если я ниже противника, то мне не надо опускаться. То есть я его буду бить, ему не обязательно колено опускаться. Здесь, соответственно, если изнутри удобнее было все-таки хватать рывком за две ноги или лезть, отхватывая опорную ногу, если я захватил, когда я сбиваю, уже пах мне не заставляет контролировать, сбивать противника, вторая рука должна бить. Вот у вас вот печень открывается, если правая рука бьет, если левая, то наоборот. Если левая бьет, то тут работа изнутри, кажется, она получается. Нога, видите, стоит не на подъеме, а на носке. И отсюда также идет подъем. Техника та же, которую мы били стоит. Удар, в локте сгиб, пошла масса. И тут уже пошло рычаг головы, выверт головы, валяй отхват, заднюю подножку.